Короче, шли гуляли с Илюхой возле театра. И здесь натыкаемся на вот такую вот историю. Магазинчик. Steelman. Сейчас зашли туда, пообщались с девчонками, прикололись. Нам рассказывали всякого веселого. Говорит, рубашки у нас, магазин рубашек, в общем. Сейчас зайдем, сейчас все расскажем, покажем. Как я и говорил, будет много интересного и будет много общения с людьми. Так что давай, подписывайся на канал Серега Крепостной. Давай, погнали. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот такая вот красота здесь. Такой выбор рубашек. У вас магазин рубашек, да? Да. Мужских рубашек. Рубашек. Отлично. А сколько у вас, какие у вас размеры есть? Вот максимальный, например. Самый максимальный на данный момент 6XL. Еще и маечки вот такие вот. Девушки красивые вот такие вот. Здесь кофты есть, всякие такие вещи, галстуки. Запонки, да, у вас же есть, да, еще? Да, большой выбор запонки. Запонки. А можно я поснимаю? Да, вот пожалуйста. Такие вот вещи. Почем запонки у вас? 7,50. Ага. Вот такая вот красота. А что, какие цены у вас по рубашкам получается? От 7 евро и выше у нас. Самые дорогие пока у нас 34,50. 34,50 самая дорогая. От 7 евро. Да, от 7 евро. То есть одеть могут вообще любого человека абсолютно. Правильно я понимаю? Да, конечно. Любого размера, возраста, да. Под любые цели. Под любое настроение. Ага. А можно, например, вон на Илюхе мы померим какую-нибудь рубашку. Я бы предложила, что. Например, нам надо на выпускной. Супер варианты есть с отделкой. Так. Вот что-то вот такое. И классно, что можно одеть не только на выпускной, но и на любой повод, какой есть. В ресторан, да. На прогулку. Давайте мы померим вот такую вот маечку. Хорошо, какой размер? Так, какой? M. Давайте М. А вот он. Сейчас мы раскроем. Здесь есть. Давай, Люха. Сейчас мы мальца наведем еще, ё-моё. Так что нормально. А когда вы открылись? Вчера. Да? Да. А, так я у вас здесь, наверное, первый. Я имею в виду, кто снимает. Да. Да. Кто снимает, да. Да. Отлично. Вот мы такая. Конфетками. Конфетки? Да. Мы по-любому цепанем конфеточек. Но чуть позже. Да, выбор тут, конечно, такой. Маечки Пола. Клубец, не? Погнал. Большой ассортимент галстуков. Галстуки? А почем галстуки? 7,50. 7,50 галстуки. Отлично. Что он там мерит, одевает? Да, наряжаем. Отлично. Бабочки, да, у вас? Да. И бабочки, смотри. Одну бабочку на ощупь можно увидеть на манекене, пощупать. Уже выглядит готовый вариант на выпускной, например. Вот так. Бабочки у нас разных цветов, по 6,50. Нежненькая. Угу. Загорелый парень стоит в шикарной рубашке. Да, ну цены такие, если взять, например, тот же Дитон, там подороже, да? Да, у нас дружелюбные цены. Отлично. Так что приходите, нарядим вас, будем всегда рады. Да. Ну что, Илюху нарядили, сейчас покажем. Ну вот такая вот история. Смотри. Пам-пам, Малис Красавелла, девахи, налетайте, ё-моё. Да нет, тут что-то борщит батя. А не, нормальная маечка. Ладно, не будем смущать пацана. Короче, майки бомбовые. Ой, майки. Рубашки отличные, все такие на разный вкус, на разный цвет, смотри, что хочешь, что хочешь. Что я сюда зашел? Мне пообещали скидочку, во-первых, рубашечку. Я по-любому сейчас мы выцепим рубашку Илюхи на выпускной,
Ну и кто приедет сюда и будет покупать тоже рубашку, по любасу тому будет 10% скидка по промокоду Серега Крепостной. Так что, друзья, обязательно заходите в Steelman, наряжайтесь, будьте красивыми, недорогие цены напротив театра. Надо в театр, зашел, купил, пошел. Ну, правда, надо погладить, как и рубашки, естественно. Ну, а так, приходите, наряжайтесь, все будет красиво. Всем пока. Короче, надо, наверное, что-то и мне померить тоже. Это что я тут? Это самое. Правда, я... А я хочу майку померить. Можно мне майку померить? Конечно. А давайте мне какую-нибудь... Вот ту черную, например. Хьюго померим черненькую. Илюх, на, держи. Мне, наверное, Элка нужна. Мемка нас уже мы давно не был. Но мы туда стремимся. А так, да. Прикольно, стильно. Сильно модно молодежи. Заезжайте, посмотрите, что кому как по-любому приглянется что-нибудь. Это да, мое? Да. Давайте я помню. Для вас. Совет. Бум! Красота! Будем ждать вас. Ага. Ну что, как-то вот так. Свободненько. А вот это хорошо. Чисто тренировочка. В теннис, да? Не хотите другой цвет попробовать еще? Нет, это какой-то бледненький. Давайте что-то поярче. Вот Понятно. Тот синий, давайте. Надо жизнь украшать. Мне много только надо куртку менять. Говорят, очень яркая. Серега, давай меняй куртку. Я говорю, не вот ради принципа я не поменяю эту куртку. Зато издалека будем видеть Серега Крепостной. Может, померим еще. Вот это у меня вообще нормально. Вот. Да, вот это стильно. Намного лучше. Вот да. Это супер. Еще такой есть цвет для вас? Нормально. Но это вообще супер. Есть еще такая. Ага. Я тут стану сейчас скоро мерить. Короче, замахаешься мерить, сколько здесь выбора огромного и цены бомбовые. Давай, все, до свидания. А давайте я его возьму себе. Кстати, если ты сам не носишь рубашки, но ты хочешь кому-то подарить, возможно, сделать хороший, качественный подарок, то здесь можно оформить подарочную карту и подарить своему другу, брату, мужу, какому-нибудь, кому угодно, короче, подарить подарочную карту, и будет у него рубашка бомбовая. Так что приезжайте, оформляйте.